День после выборов. Сегодня подсчитывают результаты всеукраинских выборов депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также их глав. Голосование прошло в 201 объединенной территориальной громаде. Это первые выборы после создания самих громад в 2015 году. Сформировали их в рамках реформы децентрализации. Для проведения голосования напечатали 1 330 000 бюллетеней. Больше всего избирательных участков в Волынской и Днепропетровской областях. Но вот наблюдатели говорят, особых нарушений во время выборов не было. Явка составила более 48%. ЦИК обещает опубликовать результаты до 8 ноября. В то же время политсилы уже подводят итоги голосования. Подсчеты партии «Батьковщина» обнародовала ее лидер Юлия Тимошенко. По ее данным, политсила получила 31%, а партийцы возглавили 26 объединенных территориальных громад. Партия «Батьковщина» отримала 31%. Блок Петра Порошенка – 20%. Аграрна партія – 11,8%. Партія «Батьківщина» на виборах депутатів до об'єднаних територіальних громад, які проводилися вчора, отримала перемогу в 2/3 областей України. Це в 15 областях ми маємо перше місце. Подсчет вели и в блоке Петра Порошенко. Там говорят, что уверенную победу на местных выборах одержала их политическая сила. И результат 53%. Партия победила в большинстве регионов, а в Донецкой области показала 100% результат. 111 кандидатов от БПП возглавили громады, а депутатами в местных советах стали более 700 человек.